Ну, вот это вот длинный поводок, да, собака может гулять в ту сторону, я буду ее контролировать где-то в городской черте, допустим, да, ну, хотя с моими собаками не нужно это делать, но, думаю, вам это пригодится. То есть, потому что моя собака дистанцию знает и понимает, куда она может отойти, когда не может отойти и так далее. Смотрим дальше. Я беру вот этот карабинчик и пристегиваю к полукольцу и получаю уже метровый поводок. Причем в качестве ошейника у меня выступает сама перестежка. Вот я перестегиваю сюда, у меня полутораметровый поводок получается. Теперь смотрите, как удобно можно освободить руки, когда вы водите собаку. То есть я беру одеваю и собака идет у меня со свободными руками. Можно сделать подлиннее, чтобы собака чувствовала немножко больше свободы, да? То есть можно пристегнуть его на ошейник, который имеется у собаки отдельно. То есть это было у меня в виде ошейника здесь петля. Вот так вот, вот собака шла. Сейчас для того, чтобы немножко удлинить, я пристегиваю на ошейник. Ну вот, как видите, очень удобная перестежка. И сейчас я еще продемонстрирую, как можно водить двух собак одновременно. Причем, вот если бы я взял бы сейчас дополнительно карабин, я бы вот просто вот здесь вот, вот бы карабином дополнительно пристегнул, и мне точно так же не надо было держать, и две собаки у меня были бы на привязи. Все, гуляй, молодцы, хорошо. То есть вот такая вот удобная вещь, это перестежка, они продаются в магазинах. Но я предпочел шить именно под себя, потому что именно с таким количеством функционала, то есть именно с таким количеством колец, я ни в одном из магазинов найти не смог. Единственное, если вы будете шить сами, то сразу вам хочу сказать, что когда будете покупать фурнитуру, обязательно приобретайте рекетинг. Приобретайте фурнитуру, вот видите полукольца у меня, да, вот здесь вот, вот чтобы шов был сварной, то есть чтобы разжать нельзя было, вот его продаются полукольца именно со сварными швами, потому что если у вас собака достаточно крупная, то есть, ну, дернет, сами понимаете, что может все это дело разлететься, разорваться. Ну и соответственно, вот видите, у меня здесь немножко небрежно так сшито. Ну, для меня это не важно, вот, потому что здесь я использовал еще, ну, нитки, необычные нитки, да, а именно вот достаточно жесткие и крепкие нитки для того, чтобы если произойдет рывок какой-то, чтобы это все дело не разлетелось. Поэтому обратите внимание на такие вещи. То есть когда будете приобретать фурнитуру, смотрите за тем, чтобы это была качественная фурнитура. Вот. Ну и напоследок, что еще хочу сказать, что помимо этого я еще вот сделал самостоятельно вот такую вот ринговочку.
Вот она, ринговочка такая, без которой вы иди отсюда. Без которой вам будет достаточно тяжело научить собаку ходить рядом. То есть ринговка — это одно из наиболее лучших средств.